там солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Ну вот, кажется, получилось, да, хорошая скамеечка. Всем доброе утро. О! Привет, Зубок. Привет, Коксик. Что, скамеечку сделал? Да, скамеечку. Иначе, говорит, гости придут, сядут на нее и будут на нашу клумбу любоваться, а еще чай из самовара на свежем воздухе попивать. Так, понятно. Ну а где сам енотыч? Да порядок в саду наводит. Понятно. Что ты заладил? Понятно, понятно. А то понятно, что гости придут. Будут енотчи за красивый сад хвалить, тебя за красивую скамейку. Ну, не знаю. Да что там не знаю, будут точно. Только нехорошо, когда одних хвалят, а вот других нет. Да, не очень здорово. Вот и я о том же. Давай я тоже скамейку буду мастерить. Одна скамейка хорошо, а две лучше. Ну, давай. У меня вот и доски еще остались. Так, хорошо. А гвозди? Гвозди? Да вот, бери, пожалуйста. Ага, так, а где молоток? Да вот он. Возьми, пожалуйста. Ага. Дело мастера боится. Главное, гвоздей побольше забить, чтоб скамейка прочной получилась. И... Молотком постучу, крепко гвоздь заколочу. Пусть узнают все друзья, как могу работать я. Что ж такое? Зубок, у тебя какие-то неправильные гвозди, они все гнутся. Да не может быть, я ведь тоже с этими гвоздями работал. Все до одного были хорошие. Во, смотри, какие они хорошие. Да ты их сам согнул, просто это, забивать не умеешь. Что, кто не умеет, я не умею. Да, давай я тебе помогу. Не, хочешь, чтобы тебя одного хвалили? Отойди, сам справлюсь. Я сам свою скамеечку сделаю. Ну и делай. Ну и буду. Так, сейчас, сейчас. Так, о, какая скамеечка-то у меня получится. Все, как только ее увидят, так и попадают. Ну, от радости, конечно. Так. Всем привет! А, Шунечка, здравствуй! О, да тут целая мастерская! А-а-а. Что мастерим? Да вот, я скамейку делал для сада. А я заканчиваю ее делать. Значит, у нас в саду будет две новые скамейки. Ну. Какие же вы молодцы! Коксик, а давай я тебе помогу, а? И нет, Шунь, нет, я сам. А то будут говорить, что ты ее сделала. Так, ну вот, кажется, все. Ну как? Красивая скамейка. Знаешь, мне кажется, что вот здесь, вот, вон там, немножко криво получилось. Наверное, она будет неровно стоять. И ничего не криво. Ты просто не понимаешь. Такой прочной скамейки ни у кого нет. Все, пора звать енотча. И пусть принимает работу. А меня и звать-то не надо. Я уже здесь. Енотыч, смотри, да, какую красоту Зубок и Коксик сделали. Да, я уж вижу, какие молодцы, какие хорошие скамеечки-то. Да за такую отличную работу мастерам полагается награда. Предлагаю прямо сейчас устроить праздничное чаепитие. Ура! Ой, а с чем чаек будет? С конфетками и пряниками. Ну что ж,
пойдем накрывать на стол. Да, конечно, пойдем, с радостью. Ой. Да, мы тебе сейчас поможем, Енотыч. Так, я вазочку с конфетами принесу. Так, а я с пряниками. А я чашки с полки достану. Только там высоко. А ты на скамеечку встань и сразу все достанешь. Правильно, вот. Сейчас встану. Давай. На мою скамеечку, на мою самую крепкую, самую хорошую скамеечку. Так, вот они. Коксик! Коксик, ты не ушибся? Нет, не ушибся. Правда не ушибся? Да правда. А скамейка-то развалилась. Говорил же я тебе, Коксик, надо ровнее гвозди забивать. Ну да, говорил. А я тебя не послушал. Кажется, все-таки ушибся. Бок болит. Отдыхай, Коксик. Да, мы твою скамеечку отремонтируем. Отремонтируем, не переживай. Да. Знаешь, Зубок, наверное, зря я на тебя обижался. Ты это, прости меня. Да ладно уж, Коксик. Эх, оказывается, я и правда мастерить не умею. Зато хотел, чтобы меня все хвалили. Да ничего, научишься. А научишься, и тебя похвалят за хорошую работу. Я вообще-то очень научиться хотел бы. А чтобы научиться... Надо не торопиться. Верно, друзья. Но учиться мы будем потом. А сейчас пора с ребятами прощаться. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До свидания, ребята. Всего вам хорошего, ребятушки. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день.